Всем Всем привет! Вы привет! на канале «Бумажные сюрпризы Вики», и у нас новая распаковочка бумажных сюрпризов. У нас заканчивается сразу 4 коллекции, по-моему. Это примеры, тахи, воздушные шарики и необычные Необычные зиги. зиги. Так. Еще Вика сделала для вас новую коллекцию. Это космические корабли. Посмотрите, Почему какие... космические корабли А как только? Правильно? А как правильно? Давай думай! В общем... Еще одну коллекцию, да? Ожидание и реальность, да? Или она Да. была у нас в прошлый раз, то я уже запуталась. Ожидание и реальность. И коллекцию мамы Дезифанаи. Давай выбирать сразу, потому что... Возьмем вот этот пакетик. Время идет. Да. Ожидание и реальность какой возьмем? Вот этот. Разноцветные сердечки. Космические корабли. Почему только космические корабли? А как? На других планетах же не бывает таких космических кораблей. Ну, скажи мне, как правильно. Космические корабли Сатурна. Да, точно. Прически Миска мы не отбирали еще. Давай, возьми один. Дальше это у нас что? Дезма и ее друзья. Да. Подскажи, как называется? Это коллекция девочки в костюмах. Ребята, участвуйте в нашем конкурсе, который был запущен в прошлом видео. Еда. Конкурс на Викином на этом канале. Пуговицы, дальше калимели. Лаки. Потом у нас сны коллекции. Слова. Вот этот. Ребусы, апельсинки такие. Ожидание, реальность Дезифанаи. Недорисованные Дезифанаи мы не отбирали еще. Это кто? Я забыла. Это коллекция Миск. Мальчики и ноты. У нас 23 пакетика, я уже посчитала. Давайте скорее открывать. Так, тут мы все уже закончили, да, Викуси? Давай с коллекции пуговицы начнем. Открывай. Только побыстрее, Викуси, потому что у нас очень много коллекций. Ну давай же, смелее. Так, там одна пуговичка. О, да, одна. Это такая. Какой у нее номер? У нее номер 4, и мы клеим на свое место вот сюда. Наклеивай, Викуси. Следом у нас идет коллекция тахи. И тахи вот такой пакетик. Так, кончик. Вот кончик. Открываем. Давай, наверное, вот так, потому что... Только не порви. Да, это сова. Ой, еще пружинка. Да, у нас два сюрприза. Вот такая сова прикольная. Под номером 4. Ну, тут тахи это сова. Да, и пружинка. Приклеивай на цифру 4, а я приклею пружинку. Ой. Сравни. Хотела приклеить, но да, само приклеилось. Дальше пример. У нас тот раз какой был? Вот этот 4 минус 1. Так, Викуся, пиши. Вы все правильно написали. Кто правильно написал, будут комментарии ваши отскринены. Конец этого видео. Давайте новый пример откроем. Скорее пишите, ребята, кто правильно напишет, будет в следующем видео ваш комментарий. 10 минус 1. И цифра 5, куда нам надо наклеить этот сюрпризик. Приклеивай, Викуся, а ребята пишут. А Вика напишет правильный ответ в следующем видео, как всегда. Продолжаем. Теперь у нас прически Нины закончились. Необычные зиги. Это у нас, по-моему, вот этот, да, Викуся, пакетик? Да. Ищи край. Ну, ладно, Вика уже так хочет открыть. Вот. Это такая зиг. Под номером 1. Клей. Молодец. И коллекция закончилась, да? Да. Слова. Я вижу уже этот пакетик.
Какое слово там сегодня нас ждет? Замок. Или замок, да? Цифра 7. Правильно, замок. Может быть и замок, и замок. То есть два значения этого пишутся слова. Одинаково. Да. Кто знает, как называются такие слова? Напишите нам, у которых одинаковое написание, а ударение другое. И другое значение. Разное, вернее. Лаки. У нас предпоследний пакетик. И закончим мы коллекцию в следующий раз. На камеру показывай, как ты рвешь. Так. Вот, посмотрите. Лак в форме кошечки. Это у нас Вика срисовывала с наших лаков. У нас такое есть лак, даже два. В форме Hello Kitty. Давай, надавливай. Вот, и Вика срисовывала оттуда эти лаки. У нас есть красный и оранжевый. Мы, кстати, может быть, сделаем обзор наших лаков на канал Smart City. Там наши влоги. Так, Дезма и ее друзья. Гуся, подскажи мне, вот этот пакетик. Ага, видишь надпись Дезма? Угу. Я край не могу. Давай я помогу. Ты же тоже мои иногда открываешь на моем канале, да? Да. Так, попался. Это Рорцев. Под никаким номером. Тут длинный, знаки вопроса. Любой знак вопроса. Угу. Приклеивай. Готово. А мы продолжаем. Теперь у нас коллекция еда. Да. А я давайте открою, как всегда, воздушные шарики. Бананы. А мне попался вот такой воздушный шарик. Такой длинный, посмотрите. У меня номер 2, а у Вики бананы под номером 1. Наклеивай. Номер 1 у нас здесь. Ой. Номер 2 у нас здесь. Ой. Готово. Мальчики. Где-то этот вот пакетик. Вот. Открывай. Вот такой мальчишка нам попался, смотрите, он такой кудрявый и смешной. Номера тоже нет. Вика, выбирай, на какой знак вопроса ты его наклеишь. Вот сюда. Или нет? Давай сюда. Вдруг тут, может, маленький какой-то будет, который поместится, потому что этот большой, и он не помещается. Продолжаем. Миск. Миск – это вот этот пакетик, Викуся? Или вот этот? Может, там просвечивается? По-моему, вот этот. А это недорисованные дезифонари, по-моему, или нет? Это не до... Да нет. Ну, давай, открывай, потому что время не ждет. Это наклеечка в форме вот такого миска. Правильно? Вот такой миск. Такой. Блин, тут номер 4. Значит, это не та коллекция, мы опять перепутали. Это коллекция прически миска. В тот раз было то же самое. Давайте наклеим на прически миска. Только где эта коллекция, Вика? Вот. Вика сама запуталась в своих сюрпризах, да? Да. Давай я помогу тебе. Хорошо. Цифра 4. Наклеивай. И нам надо вернуться назад. Что тут у нас было? У нас миск. Был миск. Где пакетик? Вот этот? Это части тела миска, да? Поэтому, ребята, надо подписывать. Нет, не части тела миска. Это нужный сюрприз. Это цифра 6, да. Да. Это у нас руки, да, миска попались? Да. Приклеивай. Я уже приготовила пакетик Калимели. Это следующее. Вот, ребята, у нас закончилось место там на телефоне. Я освободила, и мы продолжаем. Так, Пороявья. Пороявья. Одноглазый такое существо под номером 1. Это пришелец. Клей на номер 1. И тоже у нас целую страничку занимает этот персонаж. Готово, продолжаем. Ты их друг. Угу. Девочки в костюмах Дезифонари. Это у нас какой пакетик, Викуся? Этот? Нет. Ну а какой? Этот? Возможно.
Ух ты! Да, это девочка в костюме Зита. Под цифрой 8. 8 на этой страничке и на клеевой. Сны. Это вот этот черный пакетик, его ни с чем не перепутаешь. А вы пока, ребята, напишите, вам нравится, когда пакетики вот какие-нибудь из таких листиков? Или там из цветной бумаги, или из белых, или в клеточку, или каких-то еще. Напишите. Да, это вот такой сон. Тут девочке снилось, что на нее напало злое сердечко. О боже, это тоже какой-то сон кошмаров, да? Кошмарный сон. Да, как и это. Цифра 3. Клеим сюда. И дальше у нас вот эта вот, Викуся, какая коллекция? Это коллекция недорисованные Дэдди Фонда. У Вики уже каникулы, а у вас, ребята, напишите. О, нам попадается ночь. Недорисованный ночь. Под номером 6. 6 Вика... у нас на этом Сатурне. Вика потом дорисует, да? Да. Давай, клей. Смелее. Тут она уже дорисовала, но тут немножко отпечаталась. Разноцветные сердечки. А я давайте открою ноты. Вот такой пакетик. Вика открывает разноцветные сердечки. Мне попалась вот такая нота. А мне попадается черное сердце. Ой, под какой цифрой? У меня номер 6. И у меня 6! Хорошо, прекрасно. Клей на номер 6. Продолжаем. Ребусы. Тут был ребус-хомяк, да? Хо-мяч. Одну запятую, одну букву убираем от слова мяч и буква К. И следующий ребус. Где тут крайность? Ну-ка не порви, сюрприз, Викуся. Вот, смотри, чуть не порвала. Это вот такой ребус. Пишите, что это за ребус, какое название, ну, какой у него ответ. Так, номера нету. Значит, Вика клеит просто на знак вопроса. Теперь дизифоная ожидание и реальность. Это вот этот, да, пакетик? Да. Так. Эх, никак не открою. Смотрите, как запечатано со всех сторон. Мне там видно, как оно просвечивается, поэтому, надеюсь, я ничего не порвала. Удается астки. Ожидание, что такое астки, а реальность какой-то такой скрюченный. Клей на любой знак вопроса. На маленький наклеил. Ой, на ваш сильнее. Точнее, приклеить. Дальше прически миска. Прически миска мы уже открыли. То я думаю, где наш пакетик? У нас только 3 осталось. Вот, ожидание реальность, это новая коллекция. Ее открывает Вика. Нам попадается такая красивая девочка. Это ожидание, да, цифра 5. Вот сюда клеим вниз. Какая она в реальности? То есть мы думаем, будет какая-то красавица, да? Да. А на самом деле посмотрим. Может, будет еще красивее. Может, нет. В общем, Вика нам потом расскажет, да, когда мы найдем. Хотела стать красивой. Ожидание такая красивая. А в реальность вы увидите, какая она станет, да? Да. Так, мемы. Ой, мамы. Почему мемы? Не знаю. Мамы Дозифонаи. Открывай. То есть у каждого персонажа Дозифонаи, конечно же, есть мама. Как и у нас Вика людей. Да. Это мама. Угадайте, ребята, может, это вы мама... знаете, какого персонажа это мама? Может быть, пусть ребята угадают? Да. Они же уже знакомы с персонажиками. Цифра 6. Напишите свое мнение, что это может быть за чья мама, какого персонажа. Клеим цифру 6. Ну, дави получше, Вика. Сколько уже месяцев распаковываешь, никак... не научишься. И последнее. Это космические корабли Сатурна. Пакетики, как вы видите, необычные в виде космического корабля.
Дузифанай такой космический корабль, но нет такой. Какой номер? Какой-то другой компании такой космический корабль. О боже! Номера нет, а сам корабль вот такой, сложенный во много частей. Клеим просто на знак вопроса. Это была последняя коллекция. Теперь ваши вопросы. И, конечно же, приветики и ваши комментарии. Небольшие вопросики. Любимое пирожное Вики. Шоколадное, заварное. Кремовое. Эклеры. Кремовые. Любишь открывать бумажные сюрпризы? О, да. Вы помогаете Вике делать бумажные сюрпризы? Ну, иногда вырезать помогаю и заклеивать. У Вики есть телефон? Своего еще нет. Это задавала Алина Стар. Приветик тебе. Также привет Вера Маша Синева. И вот от нее вопросики. На какие секции ходит Вика? На танцы, тюльпан или ромашка? И тюльпан, и ромашка. Любит купаться на море? Ага! У Вики есть ее комната? Есть. Лучшая подруга Вики? Альбина. Вот такие ответы. Chased the weasel. The monkey thought 'twas all.